Чаще всего семьи с детьми до 2 лет летают в Сочи и Краснодар. Анапа также вошла в десятку. По мнению сервиса, город-курорт привлекает туристов не только ласковым солнцем и теплой морской водой, но также и обширной досуговой программой. В этом году Анапу посетили футболисты из Дании. В селе Витязево базируется одна из тренировочных площадок чемпионата мира по футболу. Это событие также привлекло большое количество иногородних гостей.